как человек относится к тому, что его жена или любимый человек задействован в постельных сценах, откровенно, с обнаженкой. Меня очень удивил ваш ответ, что на самом деле ревность может вызвать не какие-то постельные экзерсисы, а какой-то взгляд, то есть когда человек понимает, что его любимый или любимая увлечены партнером. А это общее место или это такой вот у Кости? Так вот? Да я не знаю. Я на самом деле это все очень сложный вопрос обсуждения в режиме вообще как бы профессиональной работы, потому что у меня действительно есть некий такой механизм изолирования моей времени, которое провожу на площадке или в репетиционном зале, от всех моих как бы эмоций жизненных и переживаний и каких-то жизненных реакций. То есть для меня люди, которые находятся на площадке, это вот просто люди, тела, психики.